Не Боже, помилуй меня грешного. Слава тебе. Все может быть. Все может быть. Давай. Мир вам, мы православные христиане, людям рассказываем о Боге, о спасении, о вечности. Не желаете послушать? Почему бы нет? Я, правда, в Бога не верю, но информация лишней не бывает. Бог Создатель, Творец неба и земли, всей вселенной, сотворил человека по образу и подобию своему. Если вы, может, слышали про Адама с Еву, которого Господь... Да, конечно. Конечно, да. Они нарушили заповедь Божию и за это были наказаны. Чем наказаны? То, что человек стал смертен. Как в Адаме все умирают, то есть через Адама стали все смертные. Вот почему человек умирает. Он рождается и в конце своей жизни умирает. Но за гробом, на этом человеческая жизнь не заканчивается. Потому что после того, как человек здесь проживет, его еще ждет вечность. Только где он ее проведет? Это или с Богом в раю, в Царстве Небесном, или с сатаной в вечной гиене. То есть здесь человек должен сделать выбор. Вот для того, чтобы человек не погиб, его бессмертная душа, потому что человек состоит из тела, из души бессмертной, Господь послал в мир Сына Своего Единородного. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И вот здесь вот человек, если он примет то, что Господь назначил, уверует в Иисуса Христа, в Его жертву, что Он взял все грехи мира на Себя, и этой верой Он имеет прощение грехов и жизнь вечную. Если Он это не примет, Его ждет вечное мучение, ад, все. То есть, если Он отвергнет, скажет, мне ничего не надо, я атеист. А в Библии атеизме, знаете, как сказано? Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Почему? Потому что вокруг нас мир, он все говорит о том, что его кто-то создал. Сам по себе он возник не мог. Зеленая трава и в то же время яблоки, зеленые, красные там и так далее, разные ягоды. Ну, вообще, разнообразие очень большое. Например, на вас футболка, вы сидите сейчас там на что-то, вы сидите в квартире, это все кто-то создал. Из этого мы познаем, что кто-то это сделал. И также творение Божие, это все говорит об этом. А чтобы лучше узнать волю Божию, что у нас вообще Бог нас отхочет, для чего Он нас сотворил, надо для этого читать Священное Писание, то есть Библия называется. Слышали, наверное, да? Святая Библия. Да, конечно, слышал. Да. Вот. Вот она, да. И вот, мы также не только людям рассказываем здесь о Боге, хотя мы сюда вот зашли, тут много разврата в этот чат рулетки, но мы именно для этого, Господь говорит, идите, проповедуйте Евангелие именно тем людям, которые уже погибают, то есть во грехах своих. А праведник, он говорит, я пришел спасти не грешников, а не праведников, а грешников. То есть Господь призывает. Он говорит, если позволите, я бы хотел вопрос задать. Задавайте. Я слышал от вас фразу о том, что Бог любит людей. Правильно ведь? В связи с этим хотел узнать, если Бог любит людей, почему Он допускает войны, множество преступлений всевозможных, аморальных? Если Он всесилен, почему Он допускает такие вещи? Потому что Господь сотворил человека по образу своему. А образ в чем заключается? Что человек имеет свободу. Ты можешь взять нож и резать им хлеб, а можешь этим ножом зарезать человека. То есть все происходит, как человек желает, и по его воле, как говорится. Но Господь, конечно, попускает, вы правильно сказали, попускает, опять же. Но за все человек будет отвечать. Убил кого-то, он за это ответит, потому что нарушил шестую заповедь. Посмотрел на женщину с вожделением, как Господь говорит, всякий смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействовал в сердце своем. То есть ты уже нарушил седьмую заповедь. Для этого не надо, что там на женщин коснуться или там в постелью затащить. Достаточно возжелать ее в уме своем. В сердце своем, ты уже нарушил седьмую заповедь. Тогда получается, каждый человек, у которого есть дети, уже нарушил какие-то заповеди, он же возжелал какую-то. Нет, для этого существует церковь и есть бракосочетание. То есть, если ты официально подошел к браку именно в Господе, тогда это уже грехом не считается. Потому что Господь же заповедь вначале дал, плодитесь, размножайтесь. Эта заповедь, она не отменена. Все. Это вставит все на свои места. У нас еще также мы делимся тем богатством, которое мы имеем в интернете. Вот я вам сейчас покажу, вот посмотрите. Это у нас канал на Ютубе, он называется «Открытым оком во свете Библии». Вот, и также есть другие ресурсы, это сайт, вот здесь написан сайт и форум, вот под таким же названием. Это можно сразу ввести, вы увидите это все.
если, если у вас какие-то будут вопросы, вот рядом со мной старец сидит, только не курите, пожалуйста, мы не беседуем. Да. Вот есть Игнатий Лапкин, вот фамилия, запомните, Игнатий Лапкин. Если у вас будут какие-то вопросы, вот со мной старец сидит, он как раз на все ваши вопросы ответит по скайпу. Именно, можно зайти. Можно сейчас задать вопросы, если у вас какие-то возникли? Да я думаю, тут нужно некоторую информацию просто переосмыслить, поразмышлять. Я, наверное, так сходу даже не смогу ничего спросить. Но с информацией ознакомлюсь. Спасибо за уделенное время. Все, спасибо, Христос вас. Я хотел... Боже, ты. Помилуй меня грешного. Сейчас... Что случилось? Сейчас расскажем. Давай. Давай. Мы православные христиане, людям рассказываем о Боге, о спасении души, о вечности. Не желаете послушать? Что после смерти не оказаться в аду, не гореть в огне, а быть в раю с Богом после смерти. А все мы будем в аду. Нет, это обман. Тогда зачем добро делать? Ешь, пей в свое удовольствие. Библия определила. Нет, не так. Это не у всех так. Если человек верит в Бога, он себя по заповедям Божьим сверяет и видит, это нельзя. Вот это полезно. А сейчас, если этого не знает, поэтому он хватает всю. 72 года работали бесплатно, считай, в Советском Союзе. А теперь перегнали всю страну в Израиль да в Америку. Что это, по-божески? А правительство такое, что это больше? Ну так причина-то в чем надо смотреть? По нашим грехам Бог и дал. Вот говорят, а почему война была? Сейчас вот спрашивают нас. Иоанн Златоуст, это самый великий проповедник. Он говорит, дьявол есть и есть Бог. Это... И вот дьявол говорит, если бы ты мне дал свободу, как человеку даешь свободу делать, я бы сумел строить рай на земле. Господь говорит, делай, только не ропщи. И он начинает делать, объявляет коммунизм. И дойдем до коммунизма. Это еще было в 62-м году. Никита Сергеевич Хрущев говорил, от каждого по способности, а каждому по потребности. А способности надо развивать, а потребности не надо. Уже у грудного младенца они развиты-то. Явно дело, что 100% обман. И однако люди стоят, он говорит, 82-й год, это мы уже в коммунизме. Вот считайте, сколько лет мы при коммунизме живем уже. И обман же был. А как? Когда он начинает строить, все разваливается. Гитлер свое рейх строил с тысячелетней, а 13 лет простоял. И когда все разваливается, ангелы рукоплещут. Не получилось. Сатана грязью все эти щели замазывает, наконец сокрушилось. Нет этой империи зла. Советского Союза нету. Фашистской, нацистской Германии нету. Царского правительства нету, кайзера нету. Все по-другому. Почему? Дьявол делает свое дело, Господь разрешает. Все. Ладно, отец, давай. Да с Богом. Всего хорошего. Боже, помилуй нас, Господи, помилуй нас. Это во свете добра и Библии там. Да. Вы там. Вам сколько лет? Вы действительно здесь сидите, мне 28 лет, я смотрел ваш канал. Да вы что? Да, я видел. А скажите, как называется? Такой как? Там шершней сжигали, там, ну, разные там лагерь вы там делали. Там, да, строили. Правильно, вот у нас так называется. Вот эти бумажки-то не надо показывать, я с людьми разговаривать люблю. Нет, показать, где искать, бумажки, если надо будет. Да он знает. Что? Он знает. Ну. Вот. Я видел ваш канал, ну, как наблюдал какое-то время там. Что вы делали там, лагерь вы там для детишек делали, потом у вас там власти душили, там вы там шушней зажигали, там что-то там вы с голубятней занимались-то, я помню. Я не помню, как вас зовут, там Тихон или кто, ну, как бы особо не вникал, но смотрел, наблюдал. Игнатий зовут. Игнатий Тихонович. А, Игнатий Тихонович, да, вроде? Да, да, да. Да, ну я давненько. А у вас мы пришли сюда, чтобы людям на этом дне, вот на дне, пьеса поставлена Максимом Горьким. Вот здесь вот я такого чата в рулетке не слыхал даже. Пришел. Это ничего нету, кроме разврата. То есть это чат разврата. Ну, нет. На самом деле, я сейчас вот разговаривал с человеком, он с Таджикистан, мы неплохо поговорили, с Дагестана вот неплохо ребята тоже поговорили. Но сначала они как бы ругаются, там, с агрессией кидаются. А так вот, ну, начнешь с ними разговаривать, там, ну, почему ты так разговариваешь? Ну, в принципе, видишь у них людей. А почему раздеты? Это почему? Из бани все вышли или вас кто-то раздел? Почему голые это все?
А я как я, ну, я перед сном. А такого нигде нету. Притом все время не, ну, не во сне, девки рядом с ними, и они показывают, разные органы показывают. Что, перед сном, что ли? Проверяя себя, все ли на месте? Ну, нет, Игнатий Тихонович, я, во-первых, один, как бы, я просто перед сном, и, в принципе, наверное, мужчине можно быть по пояс раздетым, я так думаю. Не вижу в этом ну, ничего. Ну, где-то уже не о вас речь идет-то. Даже мусульмане это все раздеты, и девки раздеты. Ну, тут не надо ну, догадываться. Тут мусульмане не мусульмане. Мусульмане сюда не зайдет, они здесь тоже и курят. 80% мусульман. Я даже не ожидал, что я вас когда-то увижу, услышу. Как бы это такое, это шок небольшой для меня. Ну, если вы хотите по скайпу поговорить, только имя, мою фамилию зарядайте. Нет, Тихонович, я не хочу, я как бы особо религией шибко не увлекаюсь, я просто смотрю на добрых людей и смотрю, что они делают. И там ну, это мы не религию мы не религию проповедуем. Мы говорим о Христе, который нас искупил от сатаны. Это религия, Игнатий Тихонович. Да. Нет, это не религия. Это вера во Христа. Религия это другие где-то. Христианство это не религия. Это вера в Искупителя, Спасителя мира. В общем, давайте каждый там при своем при этом поводе останется, как бы кто в кого что верит. Главное, чтобы человек хороший и добрый был, а там Бог уже поймет. Да как Господь так не сказал. Сказал бы, верите, как евреи, так и верьте. Он говорит, пришел к погибшим овцам Израиля. И говорит, кто будет веровать в меня, спасется. Как сказал, никто не знает, как Бог сказал. Как там люди уже как, писали. Как не знают? А это для чего книга-то? Это-то для чего? Ну, это не Бог ее писал, ее человек написал. Но человек, движимый Духом Святым, это все Писание Бога духовенно? Прямо написано? Я не люблю людям верить. Я придерживаюсь того, чтобы главное быть добрым, хорошим. И добрых много в аду. В аду много. Есть фильм такой, «Сбежавший из ада». Там много добрых. Да к чему не думайте, что коммунисты все были плохие. И что у фашистов все были плохие. Там были хорошие люди. Да, но однако, да, были однако без Бога-то где они оказались? Я уверен, что Бог там уже рассудил кому, где и как быть. А человек сам выбирает. Нет, ну, Игнатий Тихонович, допустим, смотрите. Такая ситуация. Я родился где-нибудь в Индии. Да. А, меня отец, мать с детства кормили, растили и говорили, что дают мне определенные боги все это. Да. Я же буду верить отцу и матери. Я же не виноват в этом, правильно? Теперь я о себе расскажу. Я не буду верить в этих богов. Я о себе скажу. Я родился в старообрядческой семье, беспоповской, киржаки называются. Но, однако, моя совесть подсказывала мне, это что-то не то. Я изучил полностью мусульманство. У меня даже один том, у меня 38 томов вышло, по 750 страниц, посвященный Корану. Весь разбираю по сурам аятам. Я разбираю, что сказать, бхагавита это у индийцев. Все разбираю по порядку, иду за зороастризм и вижу не то. Господь говорит, кто хочет узнать от Бога ли учение, начни исполнять. Вот я, допустим, преданный коммунист, я патриот. Я начинаю считать Ленина, там 55 томов. Я вижу хорошее учение, но мертвое. Я знаю о Гитлере столько, я 14 лет посвятил теме масонства. И вижу хорошие люди. Но все это кончается жизнью. И, наконец, мне в руки в 23 года попадает Библия. Я считаю... Мне дали ее. Уже через 10 минут я склоняюсь на колени, и жизнь радикально меняется. И по сегодняшний день я понял, это божественное учение. Ничего человеческого там нету. Почему? Игнатий Тихонович, Библию написал человек. В любом случае, не Бог ее писал. Нет, не человек, а человеки, движимые Духом Святым написано. Игнатий Тихонович, в мире огромное количество религий. И я не думаю, что все люди, которые не верят в нашу религию, они прокляты и они плохие. Давайте прочитаем. Если он родился и верил с детства родителям своим, уважал их, чтил, он слушал, что там еду ему дают, там здоровье ему дают определенные боги, он им верит с детства, он не проклят с этого. И Бог его там поймет и простит. Главное, чтобы человек хороший был. Я не думаю, что все остальные, кроме нас... Вы отвечаете так. Бог его все равно простит. А мы посмотрим, что Бог говорит. Он говорит, верующий в меня имеет жизнь вечную. Нет ни одного человека на земле, с которым Бог разговаривал. Как нет? А с Моисеем? Ну, нету. Как нету? Моисей где? Моисей. Я с ним с Моисеем не виделся. С Моисеем Бог разговаривал? Ну, я с Моисеем не виделся, и вы тоже. Вот вы не считаете Библию. Так, Златоуст говорит, ты не считаешь, ты не знаешь закона. А не знаю. Я читал Библию. Я читал Коран, я изучал разные религии. Я предложение не могу закон... окончить. Не торопитесь. Златоуст говорит, не считая Писания,
ты не знаешь закона Божьего. А не зная закона Божьего, ты его нарушаешь. А нарушая, ты погибаешь. Это из-за того, что не считаешь. Ну, хорошо. Кто его писал? Так, это Иоанн Златоуст сказал. А я насчитывал все 12 томов. В аудио стоят в интернете. Каждый том 850 страниц примерно. Я 50 книг озвучил. До перестройки еще. В это время меня душили, по тюрьмам тащили. Везде. Да, я знаю. Да. Я теперь, истории, Писание нам говорит так. Выслушаем. Христос говорит, Евангелие от Иоанна 3:36. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни. Будь он мусульманин, хоть то не увидит, но гнев Божий пребывает на нем. Теперь вопрос. Вот говорят, я родился при атеистическом строе. Я согласен. Скажи, вот наш город, 700 тысяч человек, Барнауле. В Барнауле при советской власти, в самые сильные годы гонения, репрессий, были верующие или не были? Иоанн Златоуст говорит, если хоть один человек был на суде Божьем, он обвинит всех. Я нашел, и ты мог найти. Если я родился в Индии, спрашиваю, в Индии есть христиане? Конечно, большие общины. В Китае обратилось уже сейчас около 200 миллионов христиан стали. Оставили Рик 200 миллионов в настоящее время. Значит, а почему другой не обратился? А написано, делающий добро идет к свету, дабы явно бы делал. А делающий злое не идет к свету, чтобы не обличились его дела. Хорошо, Игнатий Тихонович, давайте зайдем с другой стороны. Я родился, допустим, в Древней Руси. Мои родители язычники. Мы живем поселением. Ко мне приезжают люди на коне и говорят, теперь ты веришь в другого Бога. Я с детства верю отцу, верю матери, верю сестре. Они говорят, тебе Перун то дал, тебе Перун то дал. Ну, разные языческие боги, я их не знаю, допустим, не суть. Тебе дали там еду, тебе дали там здоровье. Приезжает человек на коне и говорит, теперь ты сегодня, ты веришь в Христа. Буду я сопротивляться этому? Это даже вот к вам сегодня приедет мусульманин, скажет, теперь ты мусульманин. Вы будете сопротивляться? Конечно, мы умрем, но не покоримся. Вот именно. Вот именно. Поэтому эта религия, она навязана была. Нет, как навязана? Кем навязана? Когда люди умирали за эту веру, навязана. 475 тысяч казнили в первые века. Владимир Тихонович, по истории Руси славяне, русские, они язычники. Да. Ну, изначально. Изначально. Значит, эту религию им кто-то дал, значит, навязали. Ну, бабки Ольги кто дал? По переписи Руси население во время крещения Руси уменьшилось примерно в два раза. Люди сопротивлялись. К ним приходили домой, к ним говорили, теперь ты веришь в это. Нет, так не говорили. Князь верит в это. Не. Так никто не говорил и не написано нигде. Это мы придумываем. Ну, это не написано, нет. Ну, я вам просто дал пример. Я живу в семье, я родился, я ребенок. Мой отец ходит на охоту, говорит, Перун принес мне мясо. Моя мать готовит еду мне, говорит, Перун мне, ну, языческие боги, то-то, то-то. Моя сестра, брат, я всю жизнь в этом обществе живу. Я не знаю, кто такой Христос. Я не читал Библию, я не умею читать. Не слышал, что так, такое. Так, теперь скажите. Всю жизнь меня к этому воспитывают, я расту, становлюсь мужчиной, становлюсь охотником. Приезжает всадник на коне, говорит, теперь ты веришь во Христа. Я нет, не сказать? Веришь, а я должен скажу, верить. Мой отец, моя мать меня учили этому. Я буду верить им, не но тебе, это вы уже третий раз повторяете одно и то же. Скажите, когда Христос ушел с земли, вознесся, осталось 12 учеников, один из них предатель отпал, избрали 12. А сегодня мы видим 2 миллиарда в римском пантеоне, в Римской империи, которая захватила все до Индийского моря. У них в римском пантеоне было примерно 500 божеств разных со всех государств. Христиане вышли на арену, когда, и они повторяли «Христус регна!» То есть Иисус царствует. Им сказали своего Бога, поставьте вот в эту... Да, но Игнатий Тихонович, сейчас я закончу. Подождите. Вот, допустим, вернемся в то же время. Мысль не закончил. Хорошо, как они говорят ему, вот, кама грядеши. Вот ниша особая, 501 божество. Ставьте статую Христа и молитесь. Никто не будет... Конечно, это очень было легко христианам пойти по этому пути. Они провозгласили все божества, перуны ложные. Вы давайте вот сейчас, вот Илья пророк... вышел к народу, а поклоняются Ваалу.
жрецы захватили всю страну. Он один пророк был такой известный-то. И тогда он говорит, вот давайте берите жертву, вы первые берете, погнали стадо, там 500 голов, выберите самого хорошего быка, закалите, положите на жертвенник, а огня не подкладывайте. И они стали колоть себя, чтобы услышал, кровь течет. 18 глава, 3 книга царств. До обеда кричали, все уже, вечерняя жертва, ничего нету. А их ни худо, ни мало было, тысячи жрецов. Тогда Илья, а народ стоит вокруг. А их 850 жрецов, парторгов. Тогда он говорит, закончили, теперь я. Берет Агнца, 12 камней, в честь 12 колен Израилевых. И взял воды, и давай, говорит, носите воду. Вокруг выпал ров, ров наполнился водою. Все, промокло. И он отошел в сторону и говорит, вот теперь смотрите. Я взываю, ты, Бог Иегова, услышь меня. Покажи, что ты живой Бог. И вдруг с неба, как лазерный луч, все испепелило, камни сгорели, вода сгорела. Он говорит, хватайте жрецов. 850 кедрону и 850 голов отлетело сразу. Все, власть сменилась. Почему? Ложные бога не отвечают. Бог живой. Я перед вами живой. Бог был бы. Да не буду. Я просто мертвый человек. Я не могу себя провозгласить никем. Но я поверил во Христа. Теперь я нахожусь там, где убивают. В тюрьмах. Меня 26 лет психиатрия мучила. И они ничего не могли сделать. Почему? Со мной Бог. И он являет чудеса, а еще ничего нету. А я утром уже знаю, ко мне придут такие-то люди. А откуда я знаю? А один из них останется. И он останется. И кто? Двоюродный племянник Суслова, главного идеолога Советского Союза. И он обратится к христианству, будет иеромонахом. Григорием Яковлевым. Которому кришнаид другой религии отрежет голову и бросит на престол. Город Тура. Ну, прекрасно. Я мою мысль пытались перебить совершенно другой, другими сказаниями. Я вам совершенно о другом говорил. Нет, об этом же. Все, живой Бог. Я говорил о том, что я родился ребенком. Меня воспитывают люди, которые являются моими родителями. Они мне внушают, ну, с самого детства, что у меня другие боги. Приходит человек и говорит, я верить должен в другого Бога. Вы сейчас вот сейчас к вам человек придет, вот сейчас к вам человек в дверь постучится, скажет, теперь, Игнатий Тихонович, вы мусульманин. Да не скажет. Что вы скажете? Нет, это выдумка. Смотрите, вы... Это выдумка. Георгия Победоносца, знаете? Но Руси не выдумка. Георгия Победоносца, слышали? Я слышал. А кто он был такой? Он был полковник в гвардии императора Диоклетиана. И он... Кстати, Дима, это все он, история. Слушай, это историю пишет победитель. Если бы победил Гитлер в свое время, сейчас бы была другая история. Вы сами это прекрасно понимаете. Но здесь-то такое, что он именно гвардия. Теперь он обратился ко Христу от ложных идолов. Тогда историю писали цари. Нет, теперь его ведут... Сказали воинам, его ведут, 500 воинов окружает, ведут. И он дорогой говорит, Христос умер за нас. Когда подвели на казнь, 500 человек уже верующие. Император дает указание казнить всех. Их казнят. А в это время вспыхнуло в Индии, в Испании. Там обратилось. И обратилось 150 тысяч человек. Император сказал, казнить только важных, а этих не трогать. Государство начало пустеть. Почему? Вот и Татьяна. Ее привели к капищу. Поклонись Богу. Ты, говорите, зашли и сказали, верь ему. А она подошла, дунула. И всех жрецов завалила, и капище рухнуло. Я понял вас, Игнатий Тихонович. Давайте сейчас тогда с другой стороны зайдем. Сейчас на планете Земля, да, живет огромное количество людей, не верующих во Христа и не знающих о нем, не слышавших о нем. Они прокляты, они не попадут на небо, просто потому что они родились и их воспитали так родители? Я сейчас отвечу. Апостол Павел говорит, Иоанн Златоуст подтверждает, Евангелие не первичное, вначале Бог действовал через совесть. Есть люди, которые живут и никогда не слышали о Христе. Ну, возьмем так, вот. Мальтийские острова, там где-нибудь там, в Новой Зеландии. И, ну, они, да, где там... и там среди этих дикарей, назовем даже дикарями их, а есть добрые и злые. Его совесть оправдывала. Он никогда не сделает злое. Он не так, как зулуса спросили, а что такое хорошо? Хорошо, когда я у соседа отниму жену, корову, а его убью. А когда он у меня это сделал? Религия, главное, чтобы человек был хороший. Вот, это когда не слышал. И апостол Павел пишет в 11 главе послания к римлянам. Кстати, Тихонович, вы не пророк. Вы не можете говорить за других, за Бога. Я отвечаю слово Божие. Такого права никто не давал. И Бог в том числе. Послание к римлянам, 11 глава. Я отвечаю, это не мое. Меня в этом нельзя обвинять. Вы пророчите. Я считаю...
Кто слышал, кто не слышал, самое главное, чтобы человек был хороший, это основа. Нет, основа Христос. Основа Бога. А Христос? Какой бы он ни был, и как бы его ни звали, там Аллах, Иисус, там Кришна, не Кришна, самое главное, чтобы человек был хороший. Знаете, а как его воспитали родители, и что он там читал, и на каком языке, это уже Богу не важно. А то, что вы пророчите, это вы пророчите. Нет, и это вам право, Бог. Слово, Бог явно не давал. Бог сказал. До свидания, Василий Ильич.